монстр. Обиделась. Ушла сразу. За что ты так со мной? Мне это все чистить. Капец. Вони. Свинота. Всем привет! Сегодня у нас была тренировка с этим говняком. Да, я буду говорить за кадром. Люди любят показывать свою внешность. В общем, сегодня я упала с этого говняка. Правда, это и мой косяк, но я надо постаралась. Да, ты. Юди. Конец прошлого влога. Может быть, про прошлое. After I spend some time alone, swear now I'll be coming home. Promise one day I'll make it right. Until then I will do my time. There's no place left to go. Now all I know is I'm locked up in a foreign land, in a castle made of sand. Nobody can remember
cigarettes and bullet holes. One more to the chest. Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Видел? Till I'm alone. Nothing gets me any higher. And nothing ever will. Try to stay. Until they pull me out the mystic. Yep. Tell the preacher not to pray. There's no angels where I go. Only pieces that are broken. Scattered dreams across the floor. I'm home. Tried to stay sober. Tried to stay clean. Wake me when it's over. Like a bad dream. Что, лошадь, делаешь-то? Бля, психануло что-то. Я ставила клавиш, а ты не хотела прыгать. Ну, непонятно. Что это сегодня было все делать? Я упала два раза на один из разов и порвала полностью.
зато теперь удобнее. Пойдем оттуда. Кто вот так делает? Как ты-то? Дашка. Монстр Дашка. Ты зачем меня сегодня два раза скинула? Через препятствие? Через препятствие прыгать не хотела. Как высушить лошадь после тренировки? Просто берем сено и трем в местах, где она сырая. Как же я устала. Насыщенная тренировка. Давно я не падала с этого монстрика. Обычно мне удавалось удержаться в последний момент, но в этот раз не получилось. Ну, если сравнивать с другими падениями, то это было жестче. Куда жестче, чем было в другие разы. Как же она гнала, пыталась на рысе подняться в галоп, и у нее это удавалось. Я пыталась с ней справиться, но накосячила. У меня до конца не получилось этого сделать. К концу, правда, было лучше, но все равно не то. Но ей удалось поэтому меня скинуть. Ну как, первый раз она просто прошла через клавиши и после них погнала сильно галопом и закозлила. В этот момент я пыталась как могла удержаться на ней, но она оказалась сильнее. Я полетела, я увидела, что я упала, и рядом упала камера и порвался холод. Благодаря вот этому говнюку. Вообще, я думаю, я под копыта попаду. Но нет, хоть на том спасибо. Как вам нравится разговорное видео с голосом за кадром и смотреть, как жует лошадь? Если вам нравится, что я что-нибудь рассказываю на тренировках, то напишите в комментариях. Я хоть буду знать. Я еще пробую, пытаюсь говорить на камеру. Как и сказала Макс, я теперь хожу в другую конюшню. А тут я беру тренировочку, если я из-за учебы не успеваю ездить в другой город, в другую конюшню. Потому что там тренировки начинаются рано, и ехать надо на электричке. Чтобы ехать на электричке, чего-то какая злая, нужно для этого пораньше дойти с учебы. А у нас ставят по 4 пары, поэтому я не успеваю. Скоро должно все наладиться. Надеюсь. Так и получается, что на моем канале то видео с одной конюшней, то видео с другой конюшней. Как могу, как делаю. Хром-хром. Хочется просто вот так стоять и смотреть, как она кушает. Такой релакс. Хочется чего-то спокойного. Смотреть, как пар идет от спины уставшей кобылы. Это прикольно выглядит. Залипательно. Монстр. Монстр. Вот так вот лошади и едят сено. Разделывают его по кусочкам. И хрумкают. Здесь еще холодно, поэтому тут много пара. Поэтому извините, если картинка будет такая замыленная. Берта. У нас тут новая собака появилась. Просто пришла к нам. Нажимаем ковчег. Всех приучаем. Вот этот вот нос тоже к нам пришел. Пришла, точнее. Назвали ее Бертой. Теперь она с нами. Знакомьтесь,
Короче, Дашка, теперь... Ну все. Неинтересно. Дашка, ты неинтересна для собаки. Скучно это. Живешь, живешь. Я тут поиграла. Чего ты? Кушает она. Не отцепляется. Неудобно тебе так. Интересно, они не устают вот так жевать постоянно? Ну вот, слишком много взяла.